Меня зовут Елена, сейчас я была на презентации английского языка. Мне презентация очень понравилась, именно своей необычностью. Здесь не просто был монолог, например, тренера, да, учителя, а именно в форме общения. То есть были какие-то тренинговые моменты даны, и была очень ценная информация, то есть новая, что-то узнала именно по изучению английского языка. Очень симпатичный человек, очень такой эмоциональный, и как-то задает вопросы, и, в общем-то, задором так все это говорит, и есть надежда, что результаты будут. Меня уже интересовало, давно хотела попробовать выучить английский язык. Вот. Пришла, очень мне понравилось занятие, особенно Константин, все четко и ясно излагает, все понятно. Надеюсь на его методику. Презентация, которую Константин провел, она очень обычная, подход к изучению иностранного языка. В Саратове, ну и вообще такого я никогда не слышала. Вот. А мне кажется, что такой подход, он более эффективен, наиболее лучше подходит для изучения английского языка, возможно, других каких-то языков тоже. Вот. Я хотела бы попробовать, но сейчас со временем, возможно, я пойду к этому. А еще очень понравились обои полосочек, которые по горизонтали.